Peugeot 8000, да? 3008. Peugeot 3008 с топливной аппаратурой Continental. Прописали третью форсунку, но цокот есть в первой. КП коррекции 1.25. Где-то 1.25, 1.5, да? Да. Вот, то есть приходим к выводу, что первую форсунку под замену, либо под ремонт. Скорее всего, что-то с пизоэлементом. Ну, как бы в допуске работает, но есть какой-то цокот при 1400 оборота. 1200-1400, особенно с низов, когда поднимаешься. Выше пропадает. Даешь ему под 2000, пропадает этот сокот. Вот, то есть где-то на 400-800 бар, может быть, от 400 до 1000 бар есть неправильная работа форсунки, короче говоря. Вот, вывод, замена, ну, предварительно замена первой форсунки, но либо ремонт ее. Вот такой Peugeot 3008 1.6 дизель 2011 года.